Ребята, всем привет! Сегодня у нас седьмая серия про строительство землянки в лесу. Этот выпуск будет короткий, потому что он в основном посвящен крыше. Ну и еще немного внимания я уделил ступенькам и двери. Скажу так, небольшие доработки. Хотел вас поблагодарить то, что подписываетесь на мой канал. Нас уже больше 1000, и наша дружная команда продолжает расти. Огромное спасибо за поддержку и ваше внимание. Ну а те, кто не подписался, обязательно присоединяйтесь. Ну что ж, ребята, с меня, как всегда, качественный контент, а с вас лайкосики и комменты под видосиком. Присаживаемся поудобнее и всем приятного просмотра. Thank you.
Вот ты палец прищемил. Вот это, скорее всего, надо будет заменить им маловато. Вот. Отлично сидит. Фух. Ой. Так, ну на сегодня все. Думаю, хватит. Завтра вот это вот заменю бревно. Вот это обработаю чуть-чуть потолще, надо положить пару бревен. Вот тут щель либо одно тонкое. Ну, в общем, как-то так, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео.
вот сегодняшний объем работы. Еще осталось два сделать. Одно заменить, оно гнилое. И одно потолще допилить. Чуть-чуть по размеру не подходит. Вот здесь вот щель такая. Ну, либо туда тонко какое-то бревнышко кинуть. А в идеале, конечно же, потолще допилить. Ну, в общем, вот так вот получается. Теперь вот думаю, куда же мне вентиляцию провести и дымоход для печки. Ну, тут я вот сейчас специально не достроил стену. Тут пока нет. Думаю, может быть, сюда вентиляцию, туда дымоход. Пока не знаю, не могу придумать. Крышу не хочется пороть. Ну, либо как-то придумывать здесь нужно. Посмотрим. В общем, на сегодня вот такие дела.